Здрасте, здрасте, я Рома Мастер. Это я тоже подсмотрел на одном канале в YouTube, это по-другому там звучало. Звучало как «Здрасте, здрасте, я Дэнни Мастер». Я забыл, как называется этот канал. Ну, в целом, хороший канал. И другие вещи на разных каналах. Хорошо, есть люди, которые выкладывают по разным причинам, выкладывают свои видео, свои самоделки, свои способы решить ту или иную проблему, особенно это домашним мастерам в любом виде мастерства, шитье, там макраме, все что угодно, или в ремонте мебели, изготовлении мебели, столярное дело. И вот посмотрел на одном канале. Он, по-моему, так и называется, как сделать мебель. Отвертку. Отвертку, которую можно легко вынимать скобы. До этого я вынимал скобы, например, просто подняв скобу, потом зажимаешь рукой и как-то ее выкручиваешь, или теми же плоскогубцами. Это очень долго получается. Ты сначала подковыриваешь скобу, потом берешь плоскогубцы и вынимаешь. Вот такая вот отвертка с раздвоенным жалом, плоская отвертка, просто распиленная пополам. У меня пополам не получилось, одна сторона чуть уже, другая несимметрично получилась. Я надеюсь, видно. Получается, когда вдеваешь отвертку, надо, чтобы одна ножка скобы была между вот этого жала змеиного. И просто проворачивая, эффект рычага такой получается, и вынимается скоба. Сейчас попробую еще раз показать. Вот так получается. Ножка между двух, между жала, и проворачивая, скоба вынимается. Это очень удобно. То есть за один раз мы поддели скобу, провели ножку в разрез отвертки и, провернув, вынимаем быстренько скобу. Это очень удобно. Я вообще был рад, что посмотрел те видео на канале, как, по-моему, называется, как сделать мебель. Я дам ссылочку здесь под этим видео. Также мне понравился еще один, тоже хотел порекомендовать. Там, как ремонтируется мебель. Канал называется Евгений Котов Студио, по-моему. Я тоже дам ссылочку. Там очень много решений. Там есть, по-моему, тафта или софа. Еще советского образца. Очень хорошо сделано. Кроме подлокотников, человек не показал, как это делается. К сожалению, хотелось бы увидеть. Отвертку можно сделать из, которой у вас не нужно, валяется. Желательно, чтобы просто жало отвертки было с хорошей стали, чтобы это все потом не согнулось. Есть отвертки в продаже, такие с раздвоенным жалом, плоские, разрезанные пополам. Они продаются в наборе, я видел такие в наборах Intertool, по-моему, называется инструмент. Поищите, заточите так хорошенько, чтобы она подлазила хорошо под скобу, и сделать. Я сделал тоже с отвертки, которая у меня сломалась, пластмассовый держатель. Взял с напильника ручку, с ненужного напильника, которым я не пользуюсь. Вбил отвертку, залил смолой эпоксидной, и вот получилась отвертка. Я покрасил голубой цвет, чтобы она легко было видно ее, когда она там лежит. Есть зеленые, красные, желтые, а голубых у меня еще нет.